Уехать на новогодние праздники из областного центра будет проще. Для желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге или Москве организованы дополнительные рейсы из Иваново и обратно. Поезда из города невест в Санкт-Петербург отправятся 28 декабря и 7 января. А из Санкт-Петербурга в Иваново можно будет уехать 29 декабря и 8 января. Кроме того, дополнительный поезд по маршруту Иваново-Москва отправится 2 января в 21:20. По информации федеральной пассажирской компании, в новогодние и рождественские каникулы по всей стране отправится более 500 дополнительных поездов. В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг РЖД может увеличить количество поездов, либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.